С веселыми кричалками и отличным настроением самарские студенты собрались на площади Славы, чтобы присоединиться к Всероссийскому параду. Всего на празднике собрались учащиеся 16 вузов и 20 СУЗов Самары. Тут уже собрались почти все вузы, да, и поэтому волнительно, мы все вместе их увидим. И можно даже познакомиться с некоторыми. Настроение улетное. Я надеюсь, парад будет таким же классным, крутым, как сегодняшний день. В этом году учиться в Самарскую область приехали абитуриенты более чем из 70 регионов страны, а также из дальнего и ближнего зарубежья. Престиж самарских учебных заведений растет. Еще 5-6 лет назад ни один самарский вуз не входил в число лучших в стране. Сейчас уже 4 в топе 50 России. А Самарский национальный исследовательский университет имени Королева серьезно продвинулся в глобальном международном рейтинге. Он обошел 2000 учебных заведений и вошел в список 600 лучших вузов мира. Есть чем гордиться и Самарскому государственному медицинскому университету. Он возглавил кластер вузов Поволжья. Сегодня по среднему баллу ЕГЭ принятых студентов сам ГМУ стал одним из лидеров в стране. Для этого сейчас все делает президент страны нашей Владимир Владимирович Путин, чтобы наша страна в мире заняла самые устойчивые позиции. Но мы все понимаем, без вас, без ваших знаний мы не сможем это сделать. И я желаю вам побед, желаю вам труда такого упорного, чтобы вы добились в жизни самых больших высот. Во время акции самарские студенты присоединились к телемосту с Москвой, участие в котором приняли 36 городов России. Завершился праздник традиционной клятвой первокурсника. Клянемся! 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 Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.